Gritos Amigos, несмотря на крайне небольшой интерес зрителя к этой игре, сегодня будем спасать Оракула. Я начал уже следить за этими следами, но бросил и занялся спасением кошки, насколько я помню, да? Мне не очень нравится то, что сканер этот работает. Подождите, я отсюда приехал, наоборот, туда надо. Мне не очень нравится, что сканер работает только в режиме огня, в боевом, да? То есть, когда машина едет медленно. И мне не очень нравится, что здесь эти преступники не могут заткнуть свои ебальники нахуй, молчать, блядь. Нахрен мне их переговоры слушать. Блядь, они вообще ничего интересного не говорят. Просто пипец. Я не знаю, кто тот человек, который решил, что в этой игре было бы заебись запилить просто кучу, блядь, диалогов с субтитрами от местных тупых бандитов. Я не знаю. Здесь букв больше, чем в книге «Война и мир», ёптать. Ну и чё, всё. А, ещё больше. Сканер что-то, видать, галюна дает, да? То ищет, то не ищет. Ну чё? А, нельзя. Нельзя заезжать дальше, чем кончаются следы. О, как. Очень любопытно. Ну вот, по-моему, уже появился крест, который показывает, как бы. Нет? А, это бомба опять. Блять, как интересно. То есть постарались тут понасрать по максимуму. Чтобы и бомбы были, и... То буй стоял и бомбы были. Все, и, конечно, начинается очередная крайне интересная перестрелка. Я не понимаю, почему в обучении меня заставляли драться с ними в узком пространстве, потому что от бомбы нельзя далеко отъезжать. Появляется стена, которая отъехать не дает. Куда он стреляет? Куда? Мне кажется, я уже машину 800 разбомбил. Один Бэтмен удел армию Хусейна. Хусейна, блин. Все, мы закончили. На тебе в ответку. Так, наконец-то. Да. Блин, на голове это дело, вот это полное шило, конечно. Так сложно охренеть. Газ вот этот поддерживать. На джойстике ты там слабее надавил, меньше газуешь, сильнее надавил, больше газуешь. А здесь кнопка, она либо нажата, либо не нажата. Тут другого-то не дано. Слушайте, я надеюсь, что ее не увезли куда-нибудь, блядь, во Францию, потому что ехать уже задолбало в этой тачке. А, вон. Она в багажнике, что ли? Бескультурщина. Разве может так обращаться с инвалидом? Сейчас детектив Века покажет всю свою дедукцию. А, надо зажать? Ну, это похоже на Хаммер. Сканер улик даже время умеет перематывать, офигеть.
Водитель не был пристегнут. Ай-яй-яй, блядь. Давай посмотрим, куда он улетел. Traces of pepper spray on the right side of the driver's face. Oracle must have been in the passenger seat and deliberately caused the crash. Clever. I should check the area where she was sitting. Она работала с Бэтменом, но у нее не нашлось средств обороны лучше, чем старый добрый перцовый баллон. Бэтмен, видать, зажидил ей что-то нормально подогнать. I need to find a way to track Oracle before I leave. А, я еще не все нашел. А крестик-то что показывает опять? Опять меня бесит. Водитель не был пристегнут, а он там кто-то досидит. Или тут что, руль справа? Нет, руль слева. А, это призрак водителя сидит, понятно. Ой, блин. Технология, ёб твою мать. Осмотрите пассажирское сиденье. Ну а я чё только что осматривал-то? Давай еще вот так вот давай. Нет, да? Пассажирское сиденье заднее, наверное, надо смотреть, да? Тихо. Блять, да ты можешь встать? Во, давай. Так, сейчас будем смотреть реконструкцию и пытаться понять, какое в жопу сиденье я должен осмотреть. Я просто вообще не... О, вот. Наконец-то. Надо пристроиться было, конечно. Надо найти дверь, да? Если я могу найти, где она пришла, я могу определить, exactly что случилось. Я, да? Нет. Бля, так весело. Так весело искать это, что просто безумное веселье. Если она утонула, Бэтмен-то плавать не умеет. Вон дверь летит. Мардред Соул Саспект возвращается, блин. Так, дверь летит. Дверь. Пиздец, дверь прилетела, ептать. Ага. Хотелось найти именно... Именно таким способом. Хитро. Да, Оракул выбралась, конечно. Она ходить-то не могла, блять, а выбраться из машины полный бандюгов. Как нех. На ходу причем, ептать. Че еще надо-то? Определить, куда приземлился Оракул. Блять, на жопу, куда я бы она могла приземлиться-то? А, так, каким хреном? А, вот она появилась. Ну. Я так и сказал, что она вот на эту хрень деревянную рухнула. И смогла ходить, наверное, после этого, да? В своих милых шортиках. Сломанная болванка написали. Не сломанная болванка, а девушка-инвалид. Откуда стреляли?
Я просто в афиге, какие у него приборы там. Вообще охренеть. Идеальное компьютерное моделирование. У рыцаря Архима какой-то особенный, видимо, пистолет. Да, выстрел был предупреждающий, а то вдруг инвалид убежит на руках. Поэтому надо было ее остановить предупреждающим выстрелом. Просто нельзя было сделать три шага, взять ее за волосню и унести. Надо было и ногу еще прострелить, чтобы она точно не убежала. А лучше руку, тогда будет логично. Оракул оставил, уползая, зацепку. Колготки, наверное, порвало ее. Эй, придурок, ты можешь сесть? Все, конец. Зацепку. Может, осколки эти? Зацепка, я не знаю. Какую жопу зацепку Оракул могла оставить, уползая? Это, по-моему, бред какой-то. О, что-то кинуло. Сбросила, сучка. Спайсы, наверное. Спички. Обалденно. А, чип какой-то. Как хорошо, что у него в предплечье встроен картридер, блядь. А говорили, не пригодится, не пригодится. Я еще предлагаю в жопу, блядь, между булок этот кассетный плеер вставить. Вдруг Оракул кассету скинет. Вставим, проиграем, блядь, послушаем, ёптать. Погодируется старая линия. Альфред, как дела? Я думаю, это Алекс Мерсер в капюшоне на крыше. Или это аудиторы. Горит пожарный участок в Бристоле. Да, я как раз хочу ссать. Бегу тушить, Альфред. Сука, какое мне дело до того, что у вас там где горит? У вас есть ваши долбанные пожарные. 500 метров. Чё, давайте потушим. Смотрите, крестик вообще, крестик не собирается исчезать. Мне вообще это напоминает, знаете, старый такой олдфаговый анекдот, типа, ну, сообщение, ну ты отпустишься, нет? А, понятно, Бэтмен завис, перезапуск. Когда вот этот крестик не исчезает, это верный верняк, что сейчас все будет глючить, все будет через задницу. Чтобы такого не было, просто перезапускать. Ну так вот, сообщение по связи в метро пассажир-машинист. Блять, кто там пишет-то, ёб твою медь. Сука, писатель хреново. В вагоне бабка такая по связи. Третий раз сейчас, с третьего раза расскажу точно этот анекдот. Вот, бабка по связи, пассажир-машинист. В вагоне драка, повторяю, в вагоне драка. Машинист в ответ, сейчас все брошу и прибегу, повторяю, сейчас все брошу и прибегу. Вот здесь то же самое, там, пожар, повторяю, Бэтмен, пожар. Бля, сейчас все брошу и бегу, хер с этим оракулом. Тушить. Тушить всегда, тушить везде. Так, вот он горит, да, в натуре горит, надо что-то делать. Хорошо, что у меня есть Бэтмобиль, который... И за преступниками ездец, и по пожарам спец. На геймпаде буду взламывать эту хрень, потому что на клавомыши мне это делать уже задолбало, бля. А, все что ли? Ты еще, блядь, кто такой? А вот, блядь, кто я такой. Какой-то светлячок?
сука, я уже еду, подожди, я уже еду. Сейчас, сейчас. Новый уровень, нахрен мне новый уровень. Ща, погоди, птенчик, я уже. Мой ноги, я в дороге. Это Джонни Шторм, блин, или как там его, который летал в фантастической четверке. Как звали этого? Ну чё мои ракеты цель-то не захватывают? Уа, бля, погоня, вообще огонь. Всё-таки есть что-то в этой игре. Атмосферность, наверное. Графика неплохая. Шикарно. И тачка управляется легко и просто, кстати, даже с клавы. Если не надо планировать, конечно. Куда он делся-то? По огню нельзя ездить, я так понимаю, да? Тачка не огнеупорная. Чё и будет, твою мать её. Бля, шикарно вообще, а? Вот эта миссия мне нравится. Ай, нравится! Моя звай Барат. Ай, нравится. Моя быть Бэтмен. Лишающий удар. И старая добрая. На, сука, на, ёпты, как у ларька. Да ладно, ты чё, ещё не помер? Ногами надо было ему по голове попрыгать, а не бить его. Обаятельным пироманьяком? Светлячок. Какой суперзлодей назвал бы себя Светлячок? Только суперпедераст, по-моему. Светлячок. Я человек-светлячок. Подожди, по-моему, был какой-то фильм с каким-то супергероем, которого звали. А, тот человек-мотылек был. О, вообще, бля, я более тупого фильма, наверное, не видел. Лучше зеленый слоник пересмотреть, чем этого мотылька. Никому он до полиции помочь или что? Хрен его поймешь. Так. Level up. Тем временем. О, бой. Воздушное жонглирование. Выучил? Критические удары давай, выучи. А, о. Отбирание оружия МК-2. Вот это круто надо брать. А то меня как раз дубиной убили как-то раз. Так, что я? А, его надо ловить постоянно. Он жаждет внимания. Направить в башню Уэйна. Нахрена мне туда направляться, что-то не врубаюсь. Да пошли вы в жопу, мне не до вас, щеглы. У вас есть участковый, пусть он вас и ловит. Кстати, у него машина что-то жопу немножко оторвала. Давай. Так. Башня Уэйна. До этой башни хрен доберешься, я так смотрю. Ему бы в альпинисты с таким снаряжением. В промышленные. Мыл бы окна. Нахрен бороться с преступностью. О, видон какой, смотрите. И вот те части Готэма, в которых никогда Бэтмен не был и не побывает в игре. Вот он, во всех частях, он вот на этом острове Архэм. Остальной Готэм его как будто не касается, он, знаете, такой районный супергерой там. Я представляю, если бы они в реале были. Капитан Купчага, допустим, там, не знаю. Человек-мытище. О, а это кто такой? А, этот. I suppose you weren't really dressed for the front entrance. Have you finished the decryption? Fully decoded. I've downloaded all recent militia radio transmissions and their corresponding coordinates to your machine. Thanks, Lucius. I can scan the network for the Arkham Knight's voice print and determine the location of his last broadcast. Я что-то не понял. Сейчас произойдет то, что я думаю?
Подожди. Чего? Куда смотреть-то надо? А, вот, все-таки надо... А то я ехал сюда через полгорода, я карабкался наверх на тросе, блядь, 80 этажей, и он говорит, а я все в твою тачку загрузил, чувак. Иди обратно. Transmitting from the Miyagani tunnel network. Glad to be of assistance, Mr. Wayne. While you're here, we've been working on some further upgrades for your car. Let me know where you'd like us to focus our efforts. О, они уже работают над улучшениями. Так, выбрать модиф для автомобиля. Орудийный генератор МК-3. Вирус ЦПУ. Информация об улучшении. Ты еблан? Я хотел информацию. Пошел ты нахуй, блядь. Тупой нигер. Делай, что хочешь со своим автомобилем, я его маму дел. Не ебу, что за вирус. Это, наверное, разминировалка какая-нибудь крутая. Ух, разлетался, скорость-то какая, а? Обалдеть. О-о, пацаны, не обращайте внимания. Нихера тут такая засада. Хорошо, они вообще только на машину, походу, и реагируют. Где моя точила? Время надирать задницы. На нас тебе, тварь. Безудержное веселье. Get back, motherfucker! Так, где этот чертов оракул? Мы, бля, спасу хоть в этой серии или чё? Там, по-моему, в игре сейчас сигнализация орала, как у меня во дворе прямо машина. А может и во дворе орёт, я через наушник слышу. Я не понимаю, каким хреном... Скажите мне, как у него колеса крепятся к машине? Посмотрите, вот смотрите за задним колесом. Оно может вот так, вот так, вот так. Где ось крепления? Так просто я... Вертикальная, что ли? Так тогда бы и то не смогла, да хрен его поймешь, слушайте. Насочиняли, ёптать. Так, что это такое? Блять, задолбали эти левелы. Вы можете их как-то пореже давать? Надоело уже. Супер коготь, так супер коготь. Плевал я. Что делать-то надо? Проникните в сеть тоннелей. Понятно. Да выйди ты отсюда. И что это такое? О, нифига. Как открыть-то?
Я, наверное, блядь, чё-то не понимаю, ёб твою мать, но я нихуя не понимаю. Вот-вот, когда вот такие, блядь, за... Ёб твою мать. Да, я всё, вот теперь заметил, что здесь вот, оказывается, есть какая-то хуйня. Которую можно, блядь, и чё с ней делать теперь? Надо рвать. Чудесно. Просто нельзя меня пустить. Блядь. Тебе-то чё надо? Отъебись нахрен. Папа работает, блядь. Да, да. Всё нормально. Как он меня заёб, этот малец. Ты тоже иди в жопу. Ты уже не смешной. Чуть такое. Малафей какой-то брызнул взрывающийся. Даже не знаю, какую он кнопку это сделал. Like me and you. Shame they're being torn apart thanks to your crusade. Oh. So let's recap. Barbara's kidnapped, and let's face it, probably dead. You're lying to wonder about it. Тросомет не входит в набор его стандартных гаджетов, походу. Он только в нужных местах, походу, юзается, да? Not your best day at the office, Bats. Направляемый батаранг. Замедление. А я не мог его оттуда кинуть. Че, мне не сюда, типа, да? Или они Джокером мне дорогу помечают? Батаранг, бета-коготь, ручный гель, думая граната, управляемый батаранг. В этой части они лучше батаранг сделали, он теперь ускоряется на кнопку, а там отпустить раньше надо было, что-то такое. Типа и чё? А, тут на тросомете как-то еще, по-моему. Блять, тупой хренасос. Надо отпустить правую кнопку и заново нажать, очень интересно. Remember Talia? О, что я нашел? How could you forget a girl like that? All it took was one piece of lead to end your hopes of a happily ever after. You blamed me, of course, but you were wrong. Так, мне нужен управляемый батаранг, походу, да? И нажать вот на ту кнопку, и ворота откроются, я включу дистанционное управление Бэтмобилем. О, а там-то наверху что такое? Смотрите, сколько там народу. Носится, охренеть. Он не хочет бросать свой управляемый батаранг, неуправляемый батаранг, ничего не хочет делать. Видимо, это стелс-миссия. А все глухие, слепые. Yeah.
как у них чисто в вентканалах. Ни разу он, сколько по вентиляции лазит, не вылез грязным, как черт, пыльным. На, откуда ты взялся-то? Бэтмен пропускает. Удар в пачку. А, я понял, кто это. Это Шоукан. Шоукан так ногой наступал на Рейдена, когда дрался в начале 9-й части. О-о. Да выстрелит ему в рот. Прямо в гланду. В левую. Или там бэт-гланды стоят, по его мнению. Он ему яд колол? Бэтмен тут же ширнулся чем-то в ответку. Ой. Надо было парировать, да? Происходит-то хоть ну, разминание ребрышек. Там еще и пулемет чей-то хреначит. Обалдеть. Да ёб твою мать, и ниндзя здесь. Я смотрю, тут все собрались, да? Сука, это какой-то Валуев прям, сука, в спецназы. Бля, пацаны, у вас тут перебор, по-моему. Еще и второй робот пришел, а я еще первого не удел. Кинул бы обратно в того, что ли. О, мега-комбо нахерачил, смотрите, двадцаточка сейчас будет. Вот падла. Хорошо, я броню себе прокачал. Но я же кинул этот говнобатаранг, ёб твою мать. Хера он затылком теперь бьет. О, нифига, это что было? Не знаю, что-то очень злобное. Санитара надо валить нахрен. Отбор оружия вроде как у меня там был прокачан, нет? Критические удары какие-то там. Танки поперли, все, надо что-то делать. Нахрен ты его слушаешь? Открывай, ковыряй. Воруй, убивай. Как там? Переключиться на бэт-тачку. Пошел в задницу, отморозок. Что, она бессмертная, что ли? Пошла жарень. Чё, где там этот рыцарь Архима, ёптать? Время спасти Оракула. Чё это за засранный такой туннель? Тут вообще, блядь, на катке на асфальтом и ту, наверное, хрен проедешь. Чё, опять надо вылезти и открыть. Ой, конечно. Я-то думал, гонка опять начнется какая-то. Началась, конечно, 10 раз. О, блядь, неудобно-то как получилось-то, ёптать. Бэтмен в тачку, давай, давай, понеслась, полетели. Where she is, Alfie. He's not getting.
Их нельзя убить из пушки, да, только из этих ракеток. Это мне так напоминает игрульку эту, где гонки были эти препятствия, где активировались, как это называлось. С Настюхой еще гоняли, на записи выкладывала. Давай, выбирайся в сторону свою Шахерезаду. Опа. Сука. Ты как он свалить-то от меня хочет, а? Need for Speed Hot Pursuit 2, ёптать. Ой, 2, 22, уже в будущем же. Сука, не нацелится, а? Задолбал. Езди по дороге нормально, ровно. Сколько у него хоть здоровья там? Хоть кончается? А, вон, вижу. Охереть, что происходит на экране, ничего не понимаю. Чудо какое-то, что мы еще, блин, тачку эту не разбили. Нахер, куда собрался, щегол? Жесть какая. О! Надеюсь, Оракул был пристегнут. The driver isn't the Arkham Knight, but he'll know where I can find him. Ну, говорит, садись обратно, а допросить этого. Ваши документы? Так, удостоверение водителя маршрутки из Узбекистана, опа, в задний карман. Мне уже начинает быть интересно, кто же это такой. Наверное, один из его бывших подельников, раз он так все знает. Да и что, например, ноги, что ли, сломает? О! Это по жести. А, газовать надо? Это я умею. Ну давай по-тихонькому. Ну я слушаю тебя, ёпта. Он нас живльем снабжал. Где вы, на айсберге жили, что ли, придурок? Ну все. А еще устрашить. Remember something else? He uses a refrigeration company as a front. The trucks distribute weapons throughout the city. What's it called? North. North Refrigeration. North Refrigeration. Ой, бля. Нихера с колена. По-моему, он его угрохал, нет? Alfred, I need you to find out everything you can about North Refrigeration. Of course. May I inquire why? Penguin supplying arms to the Arkham Knight, and right now, he's the best lead we have to finding Barbara. I'll look into it right away, sir. Ah, I can see Mr. Fox is trying to contact you. Lucius. Mr. Wayne, your new Batmobile upgrade is ready to deploy. The Batwing is en route to Grand Avenue. Да пошел ты с своим Бэткрылом вместе, с своими апгрейдами. А вот он, а это светлячок. Не вижу что-то никакого бэткрыла тут. А вот, наверное. А, это что-то новое, нет. Не знаю никакого бэткрыла. Может, случайно найду. Когда-нибудь.
У меня есть такое подозрение, что Барбару Гордон надо, как и женщину-кошку, 3 часа спасать и в рамки одной серии никак это не уложить. Поэтому думаю, что данную серию есть смысл прямо сейчас, прямо здесь и... А что это такое? Мы приехали? А, ну да, конечно. Бэткрыло, вот ты где. С удовольствием бы машину на самолет махнул. О, да ладно, он мне новую крышку привез. Эй, что изменилось-то? Что-то от моего самолета отломилось, по-моему, только что, нет? Вирус для беспилотников. Волновой самоизменяющийся вирус. Зараженная вирусом цель атакует другие беспилотники. О, нихера себе. Вот это я четенько выбрал. Только не говорите, что мы сейчас будем это испытывать. Блять. Надо вот эту взломать, вот это самое сочное. О, черт, блядь. Жопу. Тут не до взломов уже. Сука, нихера столько лучей. Там явный перебор. Мистер Грейсон, это Робин. Как я понимаю. Что-то руль какой-то у Бэтмена неинформативный, по-моему. Без подушки безопасности. Чисто при ударе глазами вот на ушки на эти налететь. Доступна биография персонажа. Кого? А, Дик Грейсон, это Найтвинд. Цвет глаз голубый, цвет волос черный. Ну ты, блядь, секс-символ, ёпта. Рост 183, вес 82. Tales of the Teen Titans. Что там еще у него есть-то? Дик Грейсон был младшим сыном в семье акробатов. Обучен Бэтменом бороться с преступностью. Искусственный акробат и мастер рукопашного боя. Все, с этим мастером рукопашного боя мы увидимся в следующей серии, я думаю. Так что что-нибудь пишите, что-нибудь жмите. Классная тачка.